Так, погнали. Смотрим, что у нас тут есть. А у нас тут персики, они падают прям на голову. И никто им ничего не прикажет. Тут немножко ремонта. И все будет окей. Самое интересное, вот он где. Вот что есть-то. Сейчас мы его заведем, попробуем, что это вообще за агрегат такой интересный. Вообще машина огонь. Все себе баллы мысли. Заводится он, как вы понимаете, с педальки кикстартера. Вот, но самое интересное, что у него автоматическая коробка передач. И ручки крутящиеся, как вот на Карпатова. На разных мопедах такой не имеется. Так, сейчас попробуем. Опа. О, загорелась. Тут ручка такая есть интересная. Блин, отдача в ногу, я вам скажу, серьезная. Поедем кататься, но это не сейчас, это чуть попозже. Это чуть-чуть попозже поедем кататься на нем. Сейчас что-то у меня такое настроение, прям посидеть, поотдыхать немножко. Тут же воздух везде морской. Кажется, что прям море, вот оно здесь. Так что всем, кто хочет повидать Крым, возьмите с собой палатку, если у вас нету точного места проживания или вам далеко ехать, потому что маршрутки тут ходят очень редко в определенные моменты. Маршрутки, вам скажу, небезопасные. В этой маршрутке было маршрутка была только после помывки, были сырые сиденья, и после сырых сидений все люди выходили из маршрутки с сырыми штанами. Хорошо, хоть на автовокзале был туалет. Там можно было переодеться. Но все, кто меня видел, кто меня не видел. Всем goodbye. Вот у человека есть какой-то вкус. И вот человек вот создал это. Что, сядь просто не на меня, садись. Просто. Оно, видишь, еще обрастает вот потихоньку, видишь, зелень. Да, да, да. Не, люди молодцы. Гулять, да. Вот, девки там такие классные. Дерево большое. Дерево большое. А я говорю, девки классные. Ну, дерево, дерево. Хорошо вечером. Видно. А тебе нравятся медузы? Да. Хочешь, я тебе подарю вот такую медузу? Но она не живая, не настоящая. Да. Но как настоящая прям. Можно я ее себе возьму? Какую? Вот эту? Нет. А, ну я тебе подарю, да. Ты мне только напомни, ладно? Я вам цветок.
Не знаю. Не знаю. Ну спроси вот разрешение, я же не знаю, как она. А ваша собака не кусается? Ее можно гладить мне? Как игрушка. Это вообще. Ямка. А это тоже родное, да? Вообще красавица. Шарик. Ой. А это шурик. Это же шпица, да? Шпица, да? Все. Люди живут в палатках на море. В прошлом году и позапрошлом было меньше палаток, а сейчас прям по всей, по всему берегу. Да, налево, конечно. Ну и нам налево. Давай, давай. Наконец-то мы домой возвращаемся. Налево, налево, налево. Дальше, дальше. Давай, 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 рули, 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 рули. Теперь направо, 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 направо. А, молодец.